Всем привет! Доброе утро, добрый день, добрый вечер, смотря кто во сколько смотрит это видео. В какую красивенную кафешку мы сегодня приехали. А ну-ка, сделаешь фотку? Собачка. Вода, вернее, для собачек. Ух ты! Столики, фонтанчики. Здесь везде вот такие вот уютные уголочки, где можно сесть, и вас никто не увидит. Ну, или увидит. Смотрите, как миленько. Мы сядем вот здесь. Gracias. И эти вкусняшки. Кока-кола, кофеек. А здесь, смотрите, какие уютные местечки. Вот так вот выглядит крытая часть этого заведения. Вот там уже Маша куда-то рванула. Так, немножко прихорошимся. Смотрите, какой здесь симпатичненький туалетик. Сфоткаемся в туалете, Мань. Такой тоже в стиле этого заведения. Как уютненько. Такие столики сделаны, как типа из мрамора. Здесь фонтанчик. Вот можете сидеть на этом стульчике и наблюдать за тем, как плавают рыбки. С этой стороны тоже чудесно все выглядит. Почем здесь что? Кола 3 евро, нести 3 евро и кофе 2,50. Шикарно. Ну все, мы пошли дальше, а вы напишите мне, понравилось вам это местечко или нет. Мы зашли в магазинчик, называется Касса Руиз. Вот так вот. Здесь все крупы, фасоль, то есть все вот такое вот продается на развес. И я здесь покупаю всегда муку. Мне очень нравится, очень хорошего качества. Есть макароны, но правда цены, конечно, здесь тоже такие не слабецкие. А там уже наш любимый панеттос, видите, с цветами. Все через стенку, через окошко. Смотрите, грецкие орехи 24 евро за кило. Так, вот эти вот бразильские 25, пекан 30. Ну, короче, вот так вот. Вот, смотрите, этот миндаль в сахаре 18,80, например. Смотрите, какой размер и сколько здесь всего. Грецкие орехи просто в кожуре 8,05. Вот Маша, бесценная. Давайте посмотрим, почем фасоль. Вот 4,70 за кило, 21. Так, вот всякие разные виды муки с ценами. А сколько здесь всяких специй? Ваниль. Две палочки 9,95. Одна 6,05. А с этой стороны кафешечка красивенькая. Там какой-то мужчина ест мясо. Сейчас куплю себе вот такой вот чечевицы. Говорят, что она очень хорошо разваривается, и получается суп, как наш гороховый суп примерно. Мы быстренько забежали в Паньотес посмотреть на местную красоту. Видите, вон этот магазинчик с крупами, а дальше кафешка, в которой мы были. Смотрите, как классно сделали уже. Куча тыкв, куча всяких сухоцветов. Маша ест цветы. Сейчас покажу фокус-покус. Смотрите. Оп. Раз и закрылась. Раз и закрылась. А потом открывается опять. Мы приезжали сюда весной, и на этом цветке была такая табличка, и было написано: «Я не мертвый, на мне скоро появятся листики». И все-таки, смотрите, да, не обманули, появились. И цена стала дешевле вместо 40. 40 тысяч всего лишь 28. Обожаю это место. Мы сегодня приехали в один из наших любимых супермаркетов. Называется Мор Олеха Грин, торговых центров. Ой, я обожаю Зару Хоум. Смотрите, какая красота. Всякие стаканчики, рюмочки, посуда. А в этом магазинчике Текстура я просто обожаю покупать подушки. Я уже не знаю, наверное, лет 5 покупаю. Уже раза 3 меняла, потому что мне нравится, когда они новенькие, красивенькие. Вот у них лучшие подушки, которые у меня были.
Я бы скупила все постельное, все покрывала, все полотенца, все, что можно. У нас на улице все еще жара. Мы уже накатались, нагулялись и идем домой. Кушать. Мы купили в Санчес Ромеро сосины. Смотрите, как ее тоненько нарезают. Она такая вкусная. И сейчас будем делать бутерброды. Извините, я просто очень голодная. Бутерброды с помидорами и с сосиной. Это божественно вкусно. Обжариваем на сковородке два хлебушка. Ай-ай. До золотистой корочки. Так. Пока хлеб жарится, берем помидорку вкусную желательно. Я покупала в румынском магазине. Очень даже попались неплохие. И натираем на терку. Ну, короче, примерно вот так вот натираем. На крупной терочке можно. Так, ну что, берем тарелку, хлебушек. Вам понадобится самое вкусное оливковое масло, которое у вас только есть. И этим маслом обильно, не жалея, поливаете хлебушек. Дальше берете серебряную ложечку, шучу, конечно, можно любую, и выкладываете на хлебушек помидорки. Ну и самая важная часть нашего приготовления, вот так вот сверху, красивенько располагаете сосину.